Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Михакер, и я продолжаю проходить игру под названием The Last of Us, или Одни из нас, как перевели ее наши издатели. Да? Ладно. Кишки. Так, прохожу я, напомню, эту обновленную версию на консольке PS4. Так, чего у нас тут? Есть что тут вообще? Похоже, нет. Черт. Доска упала. Доска? Что там у тебя за доска? Ты где вообще? Будь другом, а? Сейчас. А, понятно. Ладно, сейчас посмотрим. Такс. Я нормально туда спрыгну? Опа! Сойдет. Так, может тут есть что? Вроде не видать, но вот туда есть проход. Видимо, мне туда надо будет уходить. Так. А вот наша доска. Так, вот там она будет принимать, да? Ну, давай. Ну-ка, передай мне. Давай, ставь ее. Ставь. Она тяжелая. Лёг. Справлюсь как-нибудь. Ничего себе, она ее поднимает. Ладно. Пойдем, мне тоже нужно подниматься. Так, никого тут нет. Вроде нет никого. Так, это что за столик? Все, залезай и пошли. Раскомандовалась. Натуре. Уже близко. Там что за место? Я там был? А, я там закрывал, понял. Так, ладно, давайте пройдем по этой дощечке. Нормально. Так, тут что за место? Тоже какой-то дворик. Ух ты! Проверим, нет ли рядом солдат. Лестница неожиданно кончилась. Чисто, пошли! Ну пошли, коль не шутишь. Ух, у меня руки после этих вибраций джойстика дрожат. Так и паралитиком недолго стать. Так, пригнуться, да? Он пригнувшись не может бегать. Так, и что у нас тут? Заветная дверка. Закрой. Что ты командуешь-то, я не понял. Кто тут мужик, я или ты? Такс. Давай. Бери патроны. Пригодятся. Патроны, это круто. Больше ничего нету. Давай сразу перезарядим. Там один патрончик. Опа, чувак какой-то стоит. Вон он. Ну, малыш. Пацан какой-то. Убедись, что там чисто. Ни солдат, ни людей Роберта. Ага. Смышленый малый. За карточки работает. Среди комп стоит. Никому не нужно техника. Похоже, он нас ждет. Ну, тем интереснее. Это что за здоровая штука? Автомат какой-то. Торговый. Чик-чик постучал, ну, пацан. Пошли. Пойдем. Эй, красотка, как делишки? Говорят, не есть товар. Сейчас, Терренс. Да я заплачу вот-вот-вот. Понял? Вот, а вот. Не сейчас. Понял? Подожди. Кто-то ей что должен. Так, пойдем, я отстал от нашей телочки. Это парни. Оу, да тут прям целый город. С чем-то торгуют, собаки даже есть. Че, я вперед, да? Пацаны с трубами. А это что за чел? Ронал, купи. Я ничего не трогал. Тесс, давно не виделись. Ты к нам не заходишь. Там драки какие-то. Блокируй удары. Заткни ему, плевать. Ты куда попёрся? А ты кто вообще, слышь? Сядь на место. А, прости, Тесс, не знал, что вы с ним вместе. Иди. Давай. Малик. Раскладывает пасьянс какой-то. Ладно, пойдем посмотрим. Кто это?
Старый знакомый, не спрашивай. Ага, конечно. Так, а тут у нас чего? Чего тебе? Я прикупил бы чего-нибудь. Что-то все в карты играют. Ладно, пойдем. Так. Секретик. О, что-то, кстати, висит какая-то штука. Опа. А там что было? Он столько всего на фабрике сховал. Что это такое? Давайте посмотрим. Читать. Повестка системы гражданской службы от генерала карантинной зоны Бостон. Кому пофиг. Уважаемый гражданин, будучи трудоспособным жителем карантинной зоны, вы обязаны принимать участие в общественных работах, связанных с ее функционированием. 15 декабря в 6:30 вам следует явиться в центральное бюро на Чарльз Бридж для отбытия на пост. Прокруточка. А, понятно. Управление вооруженных сил. Возьмите с собой эту повестку. Наказанием за неявку в означенный срок без уважительных причин служит сокращение пищевого довольствия. Повторное нарушение может привести к лишению права на проживание в зоне. Важное замечание, прочтите внимательно. Если вы уже участвовали в общественных работах в течение последних 6 месяцев, предоставьте соответствующие документы для получения отсрочки. Если ваше физическое или психическое состояние, по вашему мнению, не позволяет вам участвовать в общественных работах, предоставьте справку от врача. Ага, ясно. Так, и тут у нас что-то висит. Кого-то разыскивают. Запрос мне там пришел какой-то. Плакат о розыске. Ну, так. Что-то он мне ничего не дал, этот плакат. Плакат о розыске. Как туда перейти-то, ё? Плакат о розыске. Вот, читать. Разыскивается за связь с цикадами. Какая-то негритянка. Так, ладно. Девочка с медведиком. Пойдем дальше. Я ищу Роберта. Он тут был? Да, недавно. Он на верфи. Туда пошел. Морячок, что ли? На верфи. Так, ладно, пойдем посмотрим. Следуй за светом, написано. Райс, типа, восстань. Видимо, это какие-то граффити цикад, что ли. Следуй за светом. Чё, если я тут фонарик включу? Ну, свет меня никуда не ведет. Так. Видимо, за каким-то другим светом хотят, чтобы я следовал. Началось. Это еще кто? Это его люди, наверное, люди Роберта. Пропустите. Вы, ребята, разворачивайтесь и валите, если шкура дорога. У нас не с вами разборки. Нам нужен Роберт. Даже не вздумайте. Развернитесь и валите, мать вашу. Я без Роберта. Не буду я валить мать нашу. Сука, я тебе все мозги вышибу, но задницу ты отсюда уберешь. К черту. На нахер. Пригнитесь! Грубый чел. Готов? Готов. Я прикрою. Да. Займись ими. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, парни. Так, черт. Напомните мне, на какую кнопку стрелять. Блин. Что-то я вообще не меткий ни хрена. Неудобно целиться, черт возьми. Так, ладно, это в голову замочил. Еще кто-то есть? Да, тот чувак еще жив. Теперь нет? Молодец, ты загасила его? Бой. Загасила, молодец. Ты тоже. Откуда у него столько людей? Вообще капец. Роберт хорошо умеет обещать золотые горы. Пора с ним разобраться. Так, мне бы еще аптечкой воспользоваться. Так, аптечка явно не тут. Аптечки у меня нету, оказывается. Это хреново. Погоди, сейчас подсажу. Куда там тебе опять надо? Давай, иди сюда. Ну-ка. И опять все трясется. Все-таки, видимо, постарел наш чувачок. Дай руку.
На, держи. Прям такой повесился на одной руке. Не, чтоб на стену хотя бы опереться одной. Так, ладно. Что нас там дальше ожидает? Верфь такая, верфь. Да, смотрите, там доки. Иди сюда. Иду туда. Так. Снова люди Роберта. Ага. Да, откуда я вижу? Двое наших погибли, пытаясь убрать Тесс. Зуб даю, она с Джоэлом вот-вот придет сюда за Робертом. Охренеть. Зря. Кто вы про Тесс узнали? Теперь-то что? Надо рассредоточиться и не дать им проскочить. Шумы и пыли? Ни хрена ты там без шума и пыли. Ну-ка, давайте попробуем. Ты, бля. Опасно. Я был опасно. Тут, и вдруг появились солдаты. Вели пятерых гражданских. Наручники. Так, давай того чувака загасим сначала. Цикады? Так, только напомните, на какую кнопку? Отходим. Может, давай договоримся? Может, и договоримся, только потом. Так, придушил чувачка. Забрать у него было нечего. Так, там двое типов, да? Так, Теска мне поможет или нет? Братан, ты только не нервничай. Видимо, не поможет. А нет, помогла, смотри. Завалила ножиком. Так, это что такое? Так, держать. Ключик от склада. Ну давай, да, ключик смотрите. От склада. Давай осмотримся, у этого чувака есть что-нибудь? Или ты себе все забрала, то, что у него было? Ой-ой-ой, тут рэгдолл. Я его двигаю всяко-разно. Так, а что я присел-то? Давай уже нормально. Так, ух ты, аптечечка. Давно их... А, она сразу применяется. Слушайте, не так-то много они дают, эти батончики. Больше их тут нету. Ну, пойдем посмотрим, что тут дальше. А, собственно, открыл его. Ой, там опять чувак. Мы перенесли ящики на южный склад. Все припасы под замком. Так. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Бутылкой я могу их отвлекать. А кем он сегодня останется? Этот псих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами поговорить. Ладно. Так, ладно. Этого, наверное, не трогаем, да? Ну-ка, пойдем. Так, хватаем его. Тихо, тихо. Может, по-хорошему договоримся? Может, и договоримся, только не сейчас. И не с тобой. Так, 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 так. Души монах. Да, молодец, чувак. Мощный. Как ты его снял? А ты думала. Так. Бутылочки у меня есть? Есть одна. Только для чего она мне нужна, я не знаю. Так. Какую кнопочку тут прислушиваться, я не помню. Ага. Вроде не видать никого. Вон там челсы. Он там один? Он там не один. Блин, это хреново. Давайте сначала тут проверим.
чего тут есть? Ничего тут, походу, и нету. Блин. Чувака надо выманить. Вот что надо сделать. Так, давай. Встай. Так, услышали, да? Нет, что ли? Чё за... Кто это, блин? Кто нас спалил? Тесс, ты кого гасишь? Ты чё, охренела? Ёпта, что ты делаешь, Тесс? Дура, блядь! Ты ёбнутая, какого хрена? Эти чуваки нас услышали. Капец, Тесс. Чтоб я еще раз такое делал. Так, давай спрячемся за станком. О-о-о-о, негр пошел вниз. Ну-ка. Они оба внизу. Тут еще один чел. Так, отходим, тихо, отходим. Тихо, братан, успокойся. Сейчас я успокоюсь. Сейчас ты у меня успокоишься. Так. Теперь где эти гады? Слава богу, ты... Они внизу. Больше никого нету, да? Так, один что-то куда-то пропал. Так, чего у нас тут? Бутылка нам не надо. Это что такое? Аптечка, отлично. Никто не поднимается? Поднимается. Поднимается, чертяга. Ну давай, поднимайся. Эй, ты! Ты меня слышишь? Слышу, слышу. Где этот говнёк? А, блин! Капец, я не попадаю ни хрена. Да, жестоко. Да чтоб тебя, это невозможно. Просто impossible так стрелять. Жесть какая. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Ага. Да, ты прав. Пошли, пристань вон там. Разберемся с ним. Вон там, говоришь? Ну, пойдем. Так, там наверху я все посмотрел. Там вон еще домик есть какой-то, ну-ка. Погоди меня пока что. Ух ты, что-то есть, нож. Так, ножом можно убивать врагов в режиме скрытности, действуя при этом быстрее и тише, чем при удушении. Чтобы зарезать врага, подкрадитесь к нему сзади, быстрее и тише ножом. Проведите захват, нажав и нажмите еще раз, чтобы использовать нож. Нож обладает ограниченным запасом прочности. После определенного числа ударов он сломается. Повысить прочность ножа можно, находя справочники. Ну, окей, понятно. Так. Но все-таки лучше пользоваться удушением, да? Удушение-то тоже вроде не сильно громкое. Так, ладно, давай. Полезла. Так, я тоже. Ой, тут еще народ. Вон он ходит. Роберт. Угу, понятно. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Ох, нихера ты выпрыгнул. Ну
Так, атаковать в открытую или из-под тишка. Перед тем, как делать выбор, проверьте свои запасы. На севере, это точно. На юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Интересно, тут свистеть можно? Давайте по-тихому. Их тут полно. Ты спятил. Идти за стену самоубийства. Крысы. Палка есть. Так, ну-ка. Никого не слыхать. Давай-ка за мной, парень. Просто будь умницей. Выдохни уже. Да, сейчас я как выдохну. Тебя перегаром захерачит. Так, ну-ка дохни нахрен. Окей, патрончиков у него тоже нету, да? Тихо, гладко. Тихо, гладко. Ты, главное, не шмаляй. Это у нас все беды из-за тебя чисто. Так, тут никого. Так, вот там чел. Тише да гладь да благодать. Так, куда пойдет тот чувак? Не знаю, куда-то ушел. Так, тут у нас кто? Никого нет? Так, тот чувак пошел. И этот чувак пошел. Ну-ка, пойдем отсюда нахрен. Даже не буду трогать его. Ой-ой-ой-ой. Вот это не очень. Тесс, ты с ума сошла? Он тебя не видит? Странно. Слушай, давай. Я слушаю, да. Так, все, полежи-ка тут. Смотреть приятно. Роберт справился с этим усе. Пошли. Тебе показалось. Ну, а, черт. Я надеюсь, мы тут не пошумели. А, черт. На. В челюсть ему. Так, все, заходим. Это что такое? Не справочник? Не похоже на то. Не будем тянуть. Черт возьми. Воу-воу! А ну назад! Мы хотим поговорить! Идите нахер с такими разговорами! Убери пушку! Нахер пошли! Херенные разговоры. Валим за ним. Роберт! Роберт, не гони! Сюда! Да, сюда! Я уже бегу. Ай, не ту кнопку нажимаю. Куда он убежал? Сюда? Куда он бежал? Черт возьми. Сюда! Да. Че, упустили? Не, ни хрена. Далеко не уйдешь, чувак. Тесс. Джоэл. Как я рад вас видеть, да? Мы ведь без обид. Ну что ты. Хорошо. На. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... На. Жестокие люди. Черт.
Стой, стой, стой! Не мы такие, чувак, жизнь такая. Сейчас я тебе пальцы отломлю нахрен. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Какие-то брови у него редкие. Не могу. Две волосинки на каждой. Дайте пару дней. Че, вывихнул ему руку? Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их ну, цикадам. Ну, капец. Что? Эй. Их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Загаси его нахрен. Это плохая идея. Нормально. Ну, что дальше? Никакого вам милосердства. Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Это еще кто? Ну вот, сама королева. Королева цикад? По делу. Что-то она раненая. Фальшиво выглядишь. Где Роберт? Вот он, собственной персоной. Он немножко устал. Решил в крови поваляться. Пушки, что он продал. Они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Мастера контрабанды? Ты нам льстишь. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали. Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. О, черт. Решайте. Копы. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро. Пусти его. Раз нужно уходить, пошли. Уходим. Ух ты, какие у вас тут проходы-то. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Ты что, через краску-то полезла? Проще нельзя было? О, у тебя тут лестница. Я уже лезть по ней хотел. Эй, меня кто-нибудь пустит вперед? Как по ней залезать? А, все, вспомнил. Точно. Так, Тесс, ты там залезешь, да? Я в тебя верю. Так, что у нас здесь? Ух ты, блин, что-то рвануло. Ни хрена себе. Вон это что рвануло. Люди? Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. У цикад все плохо, да? Что там? Собаки. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Что за звук, как будто меня палят? Ладно, хрен с ним. Так, что-то есть. Ножницы. И вот такая штука, и вот такая штука, и вот такая штука. Джоэл, помоги мне. Погоди, что ты хочешь от меня? Я тут помню, что можно какие-то штуки по рецепту делать. Ну-ка, давайте посмотрим. А, лезвие крепеж. А, я сделать нож могу. Это, кстати, неплохо было бы. Но, возможно, оно мне понадобится попозже. Что еще есть? Находки всякие. Ладно, пока закроем. Такс. Да.
Давай, Сим-Сим, откройся. Да, тёлке совсем, видимо, хреново. Эй, и при этом двигала дверь не Тесс, а выживу. Она. Ну, выживай, выживай. Так, здесь ничего. Что-то вот там, по-моему, лежит. Нет, так, всякий мусор. Мусор просто хорошо проработан. Поэтому кажется постоянно, что где-то что-то лежит. Копы, да? Стойте, солдаты. Даже так, солдаты, не копы. Дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Это у нас тест любительниц пострелять. Нужно добраться до двери. До двери? Ну да, доберемся. Так, эта сучка там встала. Значит, нам тоже туда. Кто у нас тут? Этот мой. Вы кругом обойдите. Так, вот там чел стоит. Он что, кого-то впалил? Хватит! Так. Слышишь, не глупи! Я разве глуплю? Это все довольно разумно. Что-то у меня со здоровьем как-то не очень. Надо бы что-нибудь захавать. Есть тут кто? Так, осторожно. Вот что-то есть. Ножницы. Мне как же шоколадки. Я хочу шоколадку. Сегодня их много. Когда их было мало? Так, там чел стоит. И тут чел стоит. А там есть что-нибудь? Тупик. А, черт. Куда он пойдет? Куда он делся? Он там стоит. Так, иди ко мне, парень. Так. Вот так. Вот так нахрен. Хорошо. Я бы даже сказал, отлично. Так, а куда ушел? Чел. О, он там кого-то гасит. Реально, куда делся чел? Внизу там где-то ходит. О, черт. Туда и дорога. Нет. Алло. Откуда палю? Не оттуда. Так, пока их только двое. Так, ладно, он вроде там встал. Не глупи. Ай-я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 й. Скорее. Ушли. Ай, плохо ушли. Недостаточно хорошо ушли. Скорее. Хорошо. Так, все, он уходит. Вот и иди нахрен отсюда. Отлично. Давайте вот этого прищучим. Моя смерть тогда... тебе ничего не даст. Да, это ты так думаешь. Так.
Так, 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 так. Отлично. Так, с аптечками вот тут беда только. В натуре славно. Так, там сейчас тот чувак должен выходить. Вы там палитесь просто жестко. Жесточайшим образом. Где он? Вон, поднимается. Слышь, тёлочки, вы что там творите, а? В курсе, что вы палитесь жестко? Он уже здесь. Ну все, сейчас он эту негритянку запалит. Хотя они вроде их не видят. Опа. Он же идет. Ать! Все. Что-то я его вообще ни разу не задушил. Все, тут можно и побегать, типа. Ну круто. Так, нам сюда, да? Скорее нам сюда. Заходите, заходите. Супер. Куда мы идем, Марлин? За мной. Уже близко. Мы идем за мной. Так. Что в чемоданчике? Ничего. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Силы на исходе. И кровоточат раны. Или как там? Уже близко. Какой у него голос-то. Все, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. А можно мне побегать, что-то я пешком хожу? Что выносим-то? Я покажу. Что выносим? Контрабандисты. Куда-то столовку пришли. Что там? Джоэл, помоги мне. Окей. Ну, хорошая дверка. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Воу-воу. Отпусти. А вот и девочка. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт, что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Элли, это прям что? Как из волшебника страны Оз. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь. Чем-то это Элли даже напоминает дочку Джоэла. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, ты я что? На это не подписываю. Я с ним Элли. Не пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Так, он понятно. Он был мне другом. Томми, видимо, еще жив? Отведи или нет? К северной что они в прошлом там. Как-то говорят всю про него? Это просто груз. Ничего себе груз. Марлин. Хватит спорить. Это говорящий и шевеляющийся груз. Не бойся. У нее бровь рассечена. Иди с ним. В смысле, шрамик такой. Только недолго. Хотя у Тесс вообще вся морда в синяках. За мной. Пошли. Как они в такой грязной рваной одежде еще, блин, в бомжей не превратились, воняющих, там, болеющих всякой херней. Так, ладно. Видишь, какой у нас тут пейзаж хороший. Люди мертвые кругом лежат. Че, так и будешь молчать? Господи, какая рожа у тебя. Ах, ладно. Элли тебя вроде зовут, да? Пойдем.
Я слышала стрельбу. Так, что-то лежит. Что случилось? Медальон цикады. Если не уберемся с улицы, тоже будет Филипп и с нами. Лиу. Ты же профи. Я просто читать. Иду за тобой. Такие медальоны носят бойцы цикад. Так, окей, ладно. Ничего тут такого нету. Ладно, пойдем за мной. Ох-ох-ох-ох-ох. Меня не впалят. Люди какие-то бегут. Прячутся. Ну ладно, пусть прячутся. Так, а нам куда, собственно? Нам вниз, что ли? Ну да, какой-то проход есть. Сюда. Что такие тайные дорожки в натуре, да? Контрабандисты. Поживее. Смертной казнью. Не подвергайте себя риску. Немедленно докладывайте о подозрительных лицах. Еще грузовики. Никого больше нет? Вроде не видать. Так, что у нас тут? Куда мы идем? Сюда, так мы попадем в северный туннель. Как нам туда добраться? Погоди минуту. Так, понятно. Так, куда нам эту штуку? Блин, как неудобно-то, а? Камеры не повертишь во время этой херни. Особо не повертишь. Так, ну видим этот пучок вот сюда. Надо. Да, 100 пудов. Полезли. Полезли. Так. Смотрите, американская армия. Опечатали двери. Элли, ты где там? Вроде лезет. Ладно, нормально. А товар вы по туннелю касались? Слышь, да. Что-то много болтаешь. По контрабанду? Иногда. А детей какие-то... водил? Нет, это первый раз. Так что за дела у тебя с Марлин? Ну, мы вроде как дружим. Дружите? Вроде как. Глава цикад подружка твоя? Тебе сколько, лет 12? Она знала мою маму, и она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? А где твои родители? Там же, где у всех. Умерли давно. Значит, ты решила забить на уроки и сбежать к цикадам за приключениями? Мне запрещено говорить, почему я должна выбраться из города. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Наверное, это дочка какого-то влиятельного чувака. Не, погоди, она сказала, что у нее родители померли. Да, нам сюда. Пришли. И что, это наша хата, типа? Где я тут в самом начале был? Ну, точнее, в самом начале, после того, как прошла вступительная часть. Убиваю время. А мне что прикажешь делать? Уверен, ты сама придумаешь. Ну окей, еще подумаю, да, такая? Часы разбились. Да, те самые часы, которые дочка подарила. Куда? Ты бормочешь во сне. Ненавижу кошмар. Да, я тоже. Я еще не бывала так близко к границе. Да, слушайте, на самой здесь границе так домик. Темно. Там что, еще хуже? А что, мы не палимся, типа, свет можно включить? Хуже? Зачем вообще это нужно цикадам? Эй, простите, что задержалась, проклятые солдаты.
как Марлин. Жить будет. Я видела товар. Много. Готовы? Да. Идем. Товар, это хорошо. Двери никто за собой не закрывает. В пещере живем, что ли? Так, а может там что-нибудь есть? Кстати, да, что-то есть. Что это? Не понял. Список тест, что ли? А чё? Только так, видимо. Карта КЗ какая-то еще есть. Давайте посмотрим. Да, карта, слушайте. Карта карантинной зоны. Вот там Роберт находится, тут дом. Ага, понятно. Патрули, смотрите, патрули ходят. Туннелей куча. Ничего так. Памятка для военных, список ТЭС. Чё это такое? А, понятно, список товаров, типа. Так, ладно. Чё тут еще есть? Мне бы аптечек. У меня со здоровьем какая-то беда, помнится, была. Ничего тут нету. Давай мне поговорим. Мне кажется странным, что Марлин выбрала нас. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрывье. У нее мало так, людей. Рыба. Пришлось нас просить. Надеюсь, будет кому нам заплатить. Кто-то найдется. А, еще один. Еще один тайничок. Ладно, его она одна подвинула. Идем. Давай, девчонка, за ней. Такс. Генератор. Ух ты, да тут целый лифт. Понятно. Понятно. Такая целая мини-игра тут. Для того, чтобы завести генератор. Кто нас будет встречать? Она сказала, несколько цитат из другого города. Большая честь. Ты кто такая? Ты дочурка важной шишки, что ли? Типа того. А долго нам еще идти? Типа того. Важная шишка ничего, что померла. Даже если это она его дочь. Ты не отходишь ни на шаг и делаешь, что скажут. Да, конечно. Что у нас там наверху? Крышка у нас наверху. Неплохо у этих чуваков все спланировано. Впереди патруль. Все полезно. Ну все. Ушли, вылезайте. Давай, Элли. Осторожней. Дочь, конечно, не радует. Охренеть. Это да. Я за кордоном. Так, чё, копов не видать? Или как их там, федералы, я не знаю. Какие-то бутылочки плавают. Так. Давайте вот сюда. Вроде никого. Ого! Так, без глупостей. Это тёлочка, что ли? Вставайте на колени. Походу, сканирую, туда. Я доложу. Еще и сзади, чувак. Руки за голову. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Так точно. Да избежать. Ну и хорошо заплатим. Заткни. Как все задолбало. Угу. Скоро они. Пара минут. Простите! Нихера себе! А девушка-то смелая! Жестоко. Нихрена ж. Я и не думала, что вы их убьете. Молодцы.
Смотри. Че, заражена, что ли? Ну, ёшкин кошкин. Не понял, это что, подстава? Я... На нас повесили больную девчонку? Я не больна. Нет? Прибор ошибся? Я объясню. Да уж, придется. Смотрите. Да плевать, как ты заразилась. Укусу 3 недели. Дольше 2 дней никто не протянул. Хватит врать. Дольше 2 дней. 3 недели. Клянусь. Зачем вас подставлять? Ну, это объясняет за то, зачем она цикадам. Я тебе не верю. Опаньки. Тесс, хомерок приехал. Беги! Вставай, бежим, бежим! Бежим, бежим. Валим, валим отсюда. Со мной. Быстро. Чё там? Собери серия. Бежим по моему сигналу. Бежать по сигналу. Ясно. И... бегу. Чёрт, 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 чёрт. Кто-то светит меня. Ой-ой-ой-ой. Чуть подальше от фонарей. Окей, окей. Подальше от фонарей, я вас понял. Вы не слишком ли быстро, девчонки? Элли, еще одна пробежка. Готова? Готова. Черт подери, сколько солдат. Валим, 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 валим. Что-то я нифига не быстро бегаю. В присядке. Они прям вообще валят нормально. Солдаты, кто там? Да вижу, вижу. Ой, чёрт. Проверить траншеи. Не лезьте. Чёрт, чёрт, чёрт. Пригнись, а то заметят. Ну, это... закрой. Так, надо проходить, пока они светят в другую сторону, да? Так, ну понятно. Кто усач? Ага. Что, а чё, что так трясётся-то? Тихо. А что впереди? Пока ничего. Всё нормально. Всё нормально. Идём дальше. А. Так, нам туда вообще? Так, что-то я вижу, по-моему. Да, вот что-то лежит там. Ну-ка, тихо там, тёлочки. Ножницы. И лента. Отлично. Можно ножиками резать кого-нибудь. Еды не видать. Идём дальше. Впереди еще. Ой-ой-ой. Еще солдаты. Еще бегись. Пошли. Ну, пошли, пошли. Все, они ушли? Там что-нибудь было? Ну-ка, пропустите меня, дамы. Похоже, нет. Там никого не видать. Ой-ой-ой. Блин, это молния. И гром так. Что, палево, что ли? Вроде не похоже. Ка за мной давайте, девчата. Здесь есть проход. Да. Ап.
И этого, конечно же, никто не слышит. Давай, Эли. Ну. Так, держи, держи. Так, тут у нас тоже копы. О, черт, опять патруль. Пригнитесь. Ой-ой-ой, светят прям в нас. Боже, их тут много. Как мимо них пробраться? Нас пока не заметили. Пошли в обход. Ну что там? Слишком много. Тихо-тихо там. Ой-ой-ой, кто-то идет. Черт, черт, черт. Они совсем рядом. Попробуй одни. Ладно. Выключи фонари. Черт. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Наступят времена почище. Так. Опять молния. Сюда, скорей. Гром, точнее. Так, чё? Всё тут нормально, да? Вроде никого не видать. Тут чё, есть чё? Просто видали такие места, закоулочки, в которых, казалось бы, чё-то должно быть, но ничего нету. Вы чё, не попались? Эй, кто там толкается? Тесс, мать твою! Тесс, есть идеи, куда нам? Не узнаю город. Как это не узнаешь? Может, он изменился? Так, в трубу, давай-ка. Секунду. Куда она ведет? Ну, вроде нормально. Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Все, можно встать, ну, да? Вроде нормально. Можно пролезть. Прям вообще нормально. Так, а где? Ага. Ну-ка, ну-ка. Отряд Чарли, прием. Черт. Опять солдаты. Цель не обнаружена. Свернуть поиски и явиться в сектор 11. Нас пока не видят. Свалили. По машинам. Не лезем на свет. Грузятся там. Так, погнали дальше. Так, что это за место? Что-то есть. Они ушли? Нет, патроны. Они еще тут. Самое время передохнуть. Да, сейчас мы передохнем. Так, а это что за дырка? Наверное, нам туда потом. Так, реально, что тут еще полезного? Давайте посмотрим. Ничего, что ли? Ох, вот много чего есть. Все, да? Тут. Ни черта. Ну-ка, давайте посмотрим, что я там скрафтить могу. Лезвие, крепеж. Ну, пока только ножи. Давайте мы, наверное, один сделаем, чтобы не пропадали вещи зря. Так, удерживаем. Отлично, один готов. Или даже можно два сделать. Ладно, потом, если что. Пойдем. Пойдемте, девочки. Тесс, нам сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Держись рядом, Элли. Ладно. Так. Ух ты. Ой-ой-ой. Стоп, стоп. Машина прямо над нами проехала. Да. Вперед. Так. Ну-ка, открывайся нахрен. Все, чуваки вроде уехали, да? И мы за границей. Все, свалили.
какой у нас план. Ну, допустим, мы доставим тебя к цикадам. Дальше что? Марлин, она сказала, там своя карантинная зона, и врачи все еще ищут лекарства. Это мы уже слышали, да, Тесс? А то, что случилось со мной, поможет сделать вакцину. О, боже. Она так сказала. А, не сомневаюсь. Пошел ты! Я на это не напрашивалась. Я тоже. Тесс, нахрена мы в это влезли? Вдруг правда? Да брось ты. А вдруг, Джоэл? Доведем дело до конца, раз уж начали. Тебе напомнить, что нас там ждет? А что нас там ждет? Я знаю. Куча зараженных. Ну ладно. Сюда. О-хо-хо-хо. К рассвету будем у Капитолия. Порушенные небоскребы. Надеюсь. Итак, нам нужно в Капитолий. То бишь, это Вашингтон, я так понял, да? Погодите, но в Вашингтоне нету таких здоровых домов. Какой-то другой город. А, ну ладно, в общем-то. На этом мы, наверное, серию закончим. Спасибо, что посмотрели ее. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал Михакера, если вы еще этого не сделали. Ждите моих новых видюшек, стримов и многого другого. А с вами был, собственно, Михакер. Всем пока!